когда тебе 30, то появляется совсем новое ощущение. Такое, которого раньше не было. И я бы назвал это дискретностью существования. Я вообще люблю всякие напыщенные словечки и выдуманные мною же самим словосочетания. Из-за этого многие принимают мои лингвистические упражнения за высокомерие. Думают, что я умничаю. Много позже они начинают понимать, что я просто так разговариваю, не желая произвести излишнее интеллектуальное впечатление. Я применяю несколько иное позиционирование. Впрочем, я, как всегда, отвлекся. Когда человеку 30, у него появляется история. Это и текущая жизнь, и одна, а может и даже две прошлых, те, которыми он жил до того, как. Я сижу на веранде летнего кафе. Пью свежий кенийский кофе, слушаю музыку, в наушниках моих играют харпс, неплохой пост-дабстеп, как мне было отрекомендовано. Я здесь сижу, в этом хорошо мне знакомом месте, и память моя рисует людей, которые были дороги мне когда-то. И вот я будто в окружении призраков сижу и задумчиво пью свой остывший кофе. И ничего будто не изменилось, то же кафе, где раньше мы любили сидеть, те же улицы, по которым мы любили бродить, строя воздушные замки неосуществившихся планов. Вот-вот тогда, а затем, а потом мы сидели, болтали, понимали друг друга и вроде бы ценили друг друга больше всего на свете и не подозревали, что станем когда-то друг для друга всего лишь призраками, и будут совсем другие люди, совсем другие разговоры. Я трогаю добротный деревянный столик, теплый, гладкий. Когда же это было? В 2009 или 2011? Оперировать величинами в 5 лет когда-то казалось немыслимым. А теперь я это делаю легко, с досадой ощущая свои 30 лет. Именно это чувство появляется у меня, когда я встречаю в торговом центре толстоватого, сутулого человека. Лицо его грустно. Но сам он этого не замечает, он думает о другом, о своем надоевшем ребенке, который затерялся где-то среди аттракционов. Это человек из прошлого. В прошлом у этого моего бывшего одногруппника еще не было сына, ипотеки, начинающейся лысины и толстой жены тоже не было. Тогда она не была еще толстой и не была женой. «Когда ты женишься?» — с насмешливым неудовольствием спрашивает этот человек из прошлого. И я опять с досадой ощущаю свои 30 лет.